Всем привет на канале Sound Illumination. Поздравляю с Новым годом. Вот и пользуюсь новогодними праздниками, выходными, то есть решил сделать обзор на долгожданное свое приобретение. Это кроссовки. Я не знаю даже, как называть точно, то есть ботинки, кроссовки, тактические кроссовки, очень много можно применять, потому что эта обувь очень многофункциональная, очень высокотехнологичная, здесь применено просто очень много технологий разных для максимально качественной носки в экстремальных ситуациях. В общем, определимся в названии. Это ботинки от фирмы Hikes, модель Black Agile Athletic 10 Mid, то есть Mid означает это средняя высота голеня, то есть берца, скажем так. Позиционируется как обувь для военных, для людей с экстремальной, как бы там, рабочей сферой, скажем так, то есть для людей, которые занимаются там работой в экстремальных ситуациях, для туризма, для повседневной носки там, в городских условиях, в полевых условиях. В общем, это многофункциональная обувь, которую можно применить почти во всех случаях жизни. Рассмотрим эти кроссовки ближе. Вот я сразу выложил, кстати, две основные бирочки, которые здесь были вот в коробке. Вот даже там как бы называется там Heroes Wear Hikes, то есть реально фирма специализируется для, ну, на производстве обуви именно для людей, которые работают в таких там как бы суровых там, скажем, условиях, там разных строителей, как бы там медиков, спасателей, там полицейских, военных и т.д. и т.п. Даже здесь написано. Вот так вот. В общем, что я хотел показать. Сразу видно фирменная как бы бирочка от Gore-Tex. То есть говорит о том, что здесь применена технология ткани Gore-Tex, мембранная ткань. Указано, что 4-слойная. Не знаю, не разрезал, не проверял. Это первое. Второе. Здесь такая книжечка. И здесь просто немерено, как вы видите, вот, технологии, которые применяются в подошве, т.д. и т.п. Первое, что хотелось бы сказать, применена их фирменная резина, как бы, то есть износостойкая, вот, с хорошим рисунком протектора, который хорошо дает сцепление вам с поверхностью. На льду, конечно, они чуть скользят, но в остальном они очень хорошо цепко держатся, как бы в них не скользко. Вот, я в них ходил и зимой, и в сухую погоду осеннюю, в принципе, нормально, никаких проблем не было. То есть, получается, что еще большой плюс, вот именно резины, как бы самой по себе. Вот я их носил месяц почти непрерывно, как вы видите, вот какой износ за этот месяц. Это, в принципе, хорошо, потому что те же Соломоны, Демиксы, я обозревал еще Асиксы, у них износ более серьезнее был за такое короткое время. То есть здесь видно, что резина справляется со своей задачей, то есть ходил по асфальту, в принципе, нормально. Здесь как бы на каждом, ну, на каждом слое есть там свои надписи. Будем разбирать потихонечку. Energy Return, это вот здесь как бы получается у нас эта надпись, вот что она означает, когда вы прыгаете или там просто становитесь, бежите в беге, да, там становитесь на носочек, потом выпрямляете опять ногу, то есть как правило вот происходит, как вы идете, да, там становите, потом выпрямляете, то есть часть энергии вашей при ходьбе или беге, она возвращает, и вам более легче, то есть пружине чуть-чуть лучше. Дальше есть вот такая вот пластиковая вставка, которая стабилизирует вашу пятку, не дает проваливаться, заваливаться и в ту или иную сторону, как бы более, как бы лучше дает фиксацию пятки. Вот. Но самое главное, это менее вероятность травм при таком исполнении такой технологии. Дальше, нижняя, то есть под стабилизирующей вставочкой, есть еще одна вставка из плотной евы, опять же таки. Вот. Притом она сделана, сейчас вам покажу, очень интересно, комбинировано. Вот.
она вбирает, скажем так, удары ваши, энергию гасит вашего удара, то есть и меньше передает на ваш позвоночник. Потому что, как бы, как вы знаете, при ходьбе, особенно при беге, ваш позвоночник постоянно получает нагрузки, потому что масса тела, да, ну, как бы постоянно ударяется об асфальт, вот когда вы особенно бежите. Вот. И вот, скажем так, очень большую часть на себя вот этого удара берет именно позвоночник ваш. Потому очень часто бывают такие вещи, как грыжи позвоночные, межпозвоночные, и травмы разные позвонка, и т.д. и т.п. Суставов, травмы хватает. То есть эта часть вас, как бы, скажем так, не убережет там от всех там полностью, но тем не менее тоже уменьшает риск каких-то там серьезных нагрузок, там серьезных травм. Вот прыгните, допустим, на пятку, там где-то упадете сильно, как бы с большой высоты там приземлитесь, как бы, то есть меньше передастся удара именно на ваш позвоночник. Вот за это отвечает вот эта вот вставочка, которая называется абсорб технология. Вот абсорб, вот так вот как-то вот, вот она. Дальше, с этой стороны есть еще более жестко, то есть вот даже на ощупь, я, наверное, не смогу продемонстрировать, вот, на ощупь вот это вот более мягче, чем вот, вот с этой стороны. То есть это тоже ЕВА, тоже этилвинилацетат, но более плотный. Вот, но называется уже по-другому. Вот это вот призвана технология распределять вашу, как бы, заваливание равномерно, то есть как бы компенсировать. И это дает как меньше неудобств вашей ноге, так и меньше износа вашего кроссовка, то есть ботинка, кроссовка, ботинка мы договорились назвать. Ну, тут есть еще, как бы, внутри, то есть так не видно, есть внутри технология, которая антистатик тейп, антистатическая лента, есть вот такая вот вставочка, то есть дополнительное усиление идет по всей, как бы, полностью стопе, дополнительное усиление, которое не дает там, когда вы идете по каменистым каким-то там, ну, как бы там, какому-то гравию, там, какому-то, скажем так, щебню, вот, идете, не дает пробивать и впиваться вообще, там, приносить какие-то дискомфорты именно камни сами по себе, то есть они, ну, как бы отлично, сама подошва предохраняет от ощущения, как бы, ну, именно какую вы конкретно, по какой вы конкретно поверхности двигаетесь. Может быть, не так сказал, но то есть в трех словах понятно. Если вы бежите там по какому-то щебню, то вы не будете чувствовать, как вы бежите там на каком-то стекле там, или как босиком. Будете чувствовать себя надежно, защищенно, как бы вся там нагрузка будет распределяться нормально, вам будет удобно. То, что я говорил в начале обзора, то есть сами по себе ботинки, они как позиционируются как именно ботинки, но в них вы можете себя почувствовать полноценно, как в спортивных кроссовках, то есть полностью, никаких вообще вопросов у вас не возникнет. Отличие существенное очень, когда вы именно реально в ботинках, вот, и когда вы в такой вот обуви, которая, ну, как бы очень комфортно ноге, полностью, как бы, хорошо распределяет нагрузку, хорошо предохраняет от ударов поверхность, хорошо амортизирует, то есть ноге удобно, хорошо внутри посадка идет, то есть все отлично. За это вот полноценно отвечают вот это вот все технологии, которые я вам перечислил, их очень много, как получилось, так и рассказал о них всех. Вот, технологии, которые применены именно в подошве. Дальше, вверх, вот, и внутрь, поверьте мне, не на йоту менее технологично, чем именно подошва, потому что здесь тоже очень много технологий. В самом кроссовке не применено ни грамма там металла, так заявил производитель, то есть металла здесь вообще нету, никакого риска там, что может провести ток там и т.д. и т.п. не будет. Вот. Плюс, как бы, они очень легкие, то есть тоже, как бы, немаловажно, да. Вот, вот эти вот Hakes, которые их там вот фирменная там логотип или надпись там просто, она не просто призвана красиво украшать ботинок с двух сторон, да, она плюс еще, как вы видите, как и Соломона, вот есть посадка,
Вот такая вот. Это вот более жесткая, как бы сам по себе материал, прорезиненный какой-то там. Вот. Вот это вот снизу кожзам, сверху еще какая-то прорезиненная штука на нем нанесена. И вот они как бы идут вот, вот здесь, вот, ну, как бы вообще там между собой там пересекается, здесь как бы вот так вот идет, вот так вот. То есть это все дело отлично как бы подводится к самим по себе ну, как бы креплением для шнурков, то есть шнуровки. Вот. Соответственно, когда вы затягиваете шнурок, вот, вот это вот, вот все дело очень хорошо обхватывает вашу стопу с обоих сторон, как вы видите. Вот. Обхватывает, обжимает очень комфортно, нигде ничего как бы не начинает натирать, нога не гуляет, нигде, опять же таки, ее там сильно не передавливает. То есть все хорошо, вы подрегулировали шнуровкой как вам надо, и отлично как бы есть фиксация стопы в середине ботинка. Дальше, сам по себе как бы задник усилен, то есть мало того, что вот здесь вот по нижней части, так еще плюс вот здесь вот он усилен. Плюс фиксация самого голеностопа, вот тоже она полностью все есть, отлично она фиксирует. Вот здесь вот отлично обжимает, как вам надо, голеностоп сам по себе. И все хорошо как бы фиксирует. Подошвы наслоены на носочек. Плюс сам по себе носочек еще обшит. То есть защищен как носок, так и пятка. Сама по себе материал полностью, нижний сам материал, это гортекс, четырехслойный мембранный материал, который дышит, вот, выводит влагу, как бы, которая аккумулируется внутри, и не пускает влагу, которая снаружи. Влагу, то есть в воде вы можете ставить, все будет хорошо. Есть один маленький нюанс. Язычок вот только до этого вот момента заходит, доходит как бы сама ткань. Дальше пропуск. То есть вы можете спокойно находиться только вот по такому вот уровню в воде. Вот. Если вы станете на полностью на весь, извините, что чуть, если вы станете на весь, на всю высоту ботинка в воду, то вода вот здесь вот попадет все-таки вам внутрь ботинка. Потому не полностью, скажем так, по всей высоте ботинка оно предохраняет от влаги, скажем так, там, вот, воды. Плюс я не разобрался полностью, как этот гортекс работает. Может быть, я его не полностью хорошо еще протестировал. Может быть, что-то не понял. Может быть, носки какие-то не такие. Но раньше мне, ну, как бы, не знаю, как-то на это не обращал внимания. В этом же ботинках я когда активно вот целый день похожу, там с утра до вечера, там по дрессировкам, по работам и все остальное, я снимаю как бы ботинки, у меня носки в некоторых местах мокрые. Не потому, что вода попала, да, а потому, что они именно потели. И вот эта вот влага, как бы, она никуда не делась, она ничего не там не дышала. Ну, ну не знаю, как эта влага выводится, но, по-моему, недостаточно. Потому что, да, хоть и нога, я не скажу, что она там прям сильно мокрая, там как бы себя чувствует, там какой-то дискомфорт. Вроде оно сухо и все остальное, но все равно как бы дышат они не так, как бы хотелось. И, соответственно, когда вы долго двигаетесь, у вас нога чуть-чуть как бы там вспотела, эта влага чуть вывелась, чуть не вывелась, мороз, вы остановились, нога начинает мерзнуть, это так, да, вот, в них нога мерзнет. То есть гортекс сам по себе он есть, но он не утеплен. Вообще не утеплен, я так понимаю. Потому если вы будете активно двигаться, оно будет, вот эти ботинки будут хорошо вас предохранять от высоких, низких, вернее, температур. Если же вы будете стоять на месте, в них будет холодно. Это надо учитывать, потому я лично как бы спасаюсь так, что я одеваю теплые, хорошие шерстяные носки под них, и мне комфортно. Как другим спасаться, не знаю. Можете там постоянно бегать, можете тоже какие-то носки применять, не знаю. Но вот такая вот ситуация. То есть вы должны рассчитывать на это, что если вы долго будете на одном месте находиться в этих ботинках при низких температурах, то есть там минус 5, минус 10, в них будет холодно, нога начнет мерзнуть. И потом, чтобы она нагрелась, вам поможет только или там зайти в теплое помещение, или там активно двигаться. Вот. Потому что если дальше вы будете там как бы малоподвижный образ происходить, нога нагреваться не будет, вам будет дискомфортно в ботинке.
Вот это вот такая вот особенность этого Gore-Tex. В этом плане я не сильно разочарован, скажем так, это нормально, потому что и Соломоны, которые у меня были раньше, да, они чуть-чуть теплее, но там Gore-Tex тоже не сильно дышал. Вот, потому я там сильно там не понимаю эту ситуацию, когда там дышит прям, дышит. Ну, такого у меня никогда не было, не знаю, может, какие-то другие там фирмы делают такой Gore-Tex. Свой запатентованный. Ботинки же, которые я применял с технологией именно Gore-Tex, именно Gore-Tex брендировано, то есть настоящего Gore-Tex, у меня не сильно не дышит. Такая вот ситуация. Шнуровка здесь очень удобная, и она реально очень быстрая. То есть вам не надо, вот когда вы затягиваете, ну, кроссовок, ботинок, да, то есть вам не надо постоянно вот это, потом вот это подтягивать, потом вот это, вот здесь реально действительно технология быстрой шнуровки. Во-первых, сам по себе материал шнурка очень хороший, добротный шнурок. Вот, потом плюс как бы материал само по себе, вот, вот эти крепления для шнурочков по краям, куда они продеваются, петельки такие, они пластиковые, в них шнурок очень хорошо скользит. Плюс вот здесь вот есть центральная лента, которая параллельно фиксирует, не дает там сильно где-то там шнуркам как бы заплетаться друг за друга, там вот, запутываться, как бы нормально распределено все. Вот, все это в сумме дает шнуровку действительно реально быстрая, то есть вы вот за самые концы взяли шнурка, затянули, сейчас не получится показать, потому что не сидит оно на мне. Ну, давайте попробуем в трех словах показать, как это все происходит. Вот я расшнуровал, вот. Взяли, затянули как вам надо, вот как видно. Вот. И как вы видите, по всей длине, ну так как у меня ноги в середине не было, оно чуть-чуть как бы на эту сторону сильнее пошло. Поверьте мне, когда вот, ну, это действительно так, то есть, опять же таки, повторюсь, я в каждом обзоре говорю, в этом тоже скажу, что мне не платила фирма HX, чтобы я рекламировал их ботинки. Мне не платил какой-то магазин, чтобы я рекламировал фирму HX. Мне не давали эти ботинки тут на обзор, чтобы я их сделал, на них обзор. Вот. Я именно их купил, давно очень хотел, то есть там на них ходил, облизывался там 2 года, там, чи 2,5, уже точно не помню. Но очень долго я их заметил давно в магазине «Милитарист», давно на них смотрел, хотел их себе купить. И потому вот как только купил, решил потестировать чуть-чуть и сделать на них обзор. И все моменты, которые вам рассказываю, это не просто как бы там я почитал где-то в комментариях или там где-то услышал. Это чисто вот реально мои впечатления этой обуви. То есть то, что действительно есть. Потому по поводу шнуровки, я вам скажу так, что она действительно это быстрая шнуровка. И плюс, какой еще очень хороший, такой большой, жирный плюс. В общем, грубо говоря, я их зашнуровал, да. Давайте сделаем полноценную шнуровочку, как она должна быть. Вот, вот я зашнуровал. И большой очень сразу как бы вопрос, куда деть вот эти вот шнурки, которые болтаются, могут за что-то зацепиться. Неудобно, постоянно они как бы даже визуально смотрятся, ну как неудобно очень с этими шнурками вот такими вот как бы ходить. Здесь это решено очень классно. То есть вам не надо их там впрятать в середину, где они начинают надавливать вам на ногу. Вам не надо как бы там их как-то там продевать, придумывать сюда, вот, да, там в середину этот. Вот, вы взяли, собрали, как вам удобно. То есть это не все, чтобы вы понимали, это просто мне неудобно, что вот так вот во время обзора это все делать. На ноге это намного удобнее. Взяли, собрали, закрыли. Все, никаких проблем, отлично, как бы, как вы видите, оно никуда не денется, не расшнуруется, что очень отлично, что оно не расшнуруется в самый ненужный момент. Вот, этот шнурок нигде не зацепится за что-то непонятное в самый ненужный момент. Все у вас как бы здесь в порядке, и смотрится это очень классно и стильно, и очень удобно. И что еще осталось вам рассказать, это сама по себе технология и вообще как бы стелька. Стелька тоже ихняя как бы фирменная применяется здесь. Вот. Во-первых, есть ушки, да, то есть для хорошей фиксации именно самой стельки в середине ботинка, да, чтобы вот ботинок не ездил, ничего, то есть стелька ложится, это по краям распределяется, и стелька хорошо фиксируется в самом ботинке.
Вот, удобно и отлично. Плюс, как бы, тоже стелька сделана с пенного там материала, невинилоцетата, который хорошо дышит. И вот именно вот в стельке как-то странно, но работает. Вот на самом-то деле вот здесь вот никогда мокро не было. То есть вот когда вспотел, все, здесь всегда сухо, отлично. Влага вот действительно вот выходит вся сюда. Но как она отсюда уходит, я не понимаю, честно говоря. То есть я вот пробовал, как бы вот так вот оставлял, то влажность и остается. Вот. Потому вытягивал, сушил. Как оно рассчитано, как отсюда деваться, то есть это внутри, да, ботинка, я не понимаю, но сама по себе стелька реально сухая, реально отлично, как бы в сухости, в комфорте нога содержится. Как вы видите, она толстая, что немаловажно для удобства самой по себе стопы. Как заявлено производителем, со временем вашей носки стелька принимает форму вашей ноги и дает дополнительный комфорт при носке. Вот. Пористая, хорошая структура, отлично амортизирует. Тут какой-то рисунок, не знаю, как, ну, тоже, наверное, какие-то там предназначения этого рисунка есть. Не знаю зачем, наверное, не просто так он здесь. То есть стелька тоже очень хорошая. Она съемная, что самое главное, вы можете как бы не стирать весь ботинок полностью, вы можете вытянуть стельку, постирать, если запах набрался, вот, засунуть обратно, и все хорошо будет. Вот, потому в этом плане тоже очень все хорошо. Вот как я люблю всегда показывать, работа внутри по пошиву. Как видно, все хорошо, качественно пошито. Вот. То есть здесь тоже видно, все нормально. То есть, ну, это вот соединение, то, что я говорил, это все гортекс идет, это внешняя ткань. То есть, как вы видите, вот она доходит вот сюда. Дальше смысла нету никакого вообще делать гортекс, потому что все равно здесь прольется, потому гортекса здесь и нету. Потому вот реальная как бы линия, до какой поры оно может воду удержать. И то, считая то, что вода имеет свойство переливаться всегда, потому лучше еще ниже. Ну, рассчитывайте на лужи, которые вот такие вот вам где-то будут. Что еще хотелось бы сказать по этим кроссовкам? То есть еще раз подведем итоги по плюсам и минусам. Плюсы: кроссовки, ботинки. Я даже вот, ну, это вот главный плюс. Не знаю, как это назвать, но реально они многофункциональные. Их можно применять в любых ваших сферах жизни. Как для людей с активным образом жизни, так и нет. Как для туристов, так и для обычных, как бы, каких-то там тинейджеров, уличных там как бы пиплов. Вот. Как для людей с экстремальной работой, так и для офисных работников. Всем, кому нравится надежность, комфорт и удобство, вот эти вот ботинки, они идеально подойдут, это 100%. Что еще хотелось бы сказать, это, конечно же, большой плюс, это именно сама по себе технология шнуровки. Очень удобно сделана, с вот этим язычком в сумме, это просто-напросто отличное решение. Бомба. Вот. По поводу подошвы я уже говорил, вообще в сумме это все дело, вот подошва так сделана, что они как кроссовки, то есть не как ботинки, а именно как кроссовки. Вы можете в них спокойно пробежать, я уверен, 20 километров, в то же самое время вы можете просто в режиме там в маршрутку, с маршрутки там в офисное кресло и домой обратно. То есть можете там с работы сразу поехать на пикник, а с пикника сразу остаться на две ночевки там где-то там в горах, в лесах. Вот, и все будет удобно. Приехать домой, еще один плюс, снять стельку, почистить ее. Вот, промыть как бы сами сверху, поставить их чуть-чуть, как бы, чтобы просушились. На следующий день одеть и опять пойти на работу, и все будет отлично. Вот, никаких вопросов вот за это, они мне очень нравятся, как бы действительно это так, вот они справляются полностью с этими всеми задачами. Кроссовки очень удобные, именно нога в них чувствует себя очень удобно, реально действительно удобно, они легкие. И плюс, и минус, здесь применена технология Gore-Tex, ткани, мембранная ткань, четырехслойная, которая призвана защищать вас от внешней влаги, то есть воды, там все остальное, и давать как бы хорошую вентиляцию, чтобы ваша нога дышала. Они не пропускают воду,
но и они не сильно и дышат. То есть, как бы они, может быть, там чуть-чуть намного лучше, как бы, чем вообще бы не дышали бы. Может, он там справляется наполовину, но не так, как хотелось бы. Это действительно так и есть, как бы, то есть Гортекс здесь чуть-чуть как бы не работает. Может быть, это из-за того, что они полностью почти везде как бы закрыты там для защиты дополнительной. Может быть, из-за того, что как бы сам по себе четырехслойный Гортекс слишком плотный. Вот. Может быть, я еще полностью как бы не понимаю в том плане, что может, когда у них начинать бегать конкретно, они все равно как бы не сильно там нога потеет. Вот, то есть они реально дышат, но только при более серьезных нагрузках, как бы. Может быть, это так. Я просто давно не ношу обычные как бы ботинки, которых нету там каких-то технологий, все. Потому уже не помню, как это так, когда нога парится в ботинке. Но здесь вот хотелось бы, чтобы лучше как бы нога себя чувствовала более. Она хорошо себя чувствует. Вы не подумайте, что там прям жесть, как парится нога и все остальное. Невозможно как бы в них находиться на улице. Или они там сильно мерзнет нога в них. Нет, это не так. Все хорошо, все нормально. Но не так, как хотелось бы. То есть можно это назвать минусом, можно назвать придиркой. Но хотелось бы, чтобы Гортекс позволял больше дышать ноге и более предохранял от низких температур. Вот. Нога не сильно замерзает, но если вы стоите на месте, нога начинает замерзать. Это действительно так. Это, в принципе, все на сегодня. Такой вот получился длинный обзор Хайксов, но они действительно стоят этого, они стоят так много слов, они стоят таких дифферамп, потому что действительно ботинки очень классные, я реально доволен, что они наконец-то мои, я завтра возьму их, опять одену и пойду на работу, и опять себя чувствую, буду чувствовать намного лучше. Когда их одеваешь, реально хочется работать, хочется действительно в них идти на улицу, как бы, и что-то делать активно, чем-то заниматься. Кроссовки действительно сделаны для людей с активной жизненной позицией. Это так, потому всех, кто как бы более-менее интересуется вот такими вот стилем, как бы, то есть ботинок, рекомендую посмотреть именно на эту обувь. Я уверен, вы не будете разочарованы ни на йоту. Хотелось бы еще в конце закончить обзор поздравлением всех с Новым годом. Я вам желаю крепкого здоровья, достатка, удачи, мира вашей семье, мира в стране, чтобы все было хорошо, так как вы задумали, все у вас получалось, у вас хватало энергии, у вас хватало позитива, у вас хватало порыва мысли на воплощение всех своих желаний. Вот. И чтобы у вас все в этом году, что вы задумали, получилось, приумножилось и продолжилось дальше. Всех с новым 2017 годом. С вами был Игорь на канале Sound Illumination. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.